тысяч, полмиллиона. Блин, нормальная такая цифра. 500 тысяч подписчиков. Нормалек. Ребята, всем здорово! Сегодня у нас 12 мая и на канале Китай рулит 500 тысяч подписчиков. Это крутая цифра. Я не подготавливался, не готовил каких-то текстов. Как видите, руки абсолютно свободны. Вчера еще была уже цифра 500 тысяч подписчиков, но я прям не сидел, да, не ждал. Там было 499 800. Ну, думаю, завтра будет. И спокойно снял ролики и ушел. Но ВКонтакте личка взорвалась, в группе все зашевелилось, начали звонки на телефон. Игорь, поздравляем, 500 тысяч. Игорь, да как 500 тысяч? Еще нет, завтра же будет. Нет, говорят, уже 500 тысяч. Я быстрее к ноутбуку открываю, и там 500 тысяч, 5 подписчиков. Круто, конечно, очень крутая цифра, полмиллиончика, как я и говорил, идем с вами вместе на миллион. Но эта цифра для меня очень тоже важна, она очень такая прикольная и звучит классно. 500 тысяч вроде как-то, ну, много, но как-то и звучит, но вот полмиллиона как-то повнушительнее. Вот, поэтому спасибо, ребят, вам огромное за то, что вы меня поддерживаете, за то, что вы на меня подписаны, за то, что вы меня смотрите, за то, что вы ставите лайки, за то, что вы комментируете, за то, что вы подсказываете. Вообще, спасибо, что вы со мной. Давайте продолжать все так же друг другу помогать. Я для вас готовлю новые проекты, пытаюсь помочь начинающим каналам. Об этом будет чуть-чуть позже. Вот, короче, все делаю для развития. В принципе, полмиллиона я ожидал где-то в начале июня, но так сошли звезды, что сегодня 12 мая и уже 500 тысяч. И понятно, что такую цифру я не могу не отпраздновать как-то, не сделать себе подарок и, конечно, не как-то отблагодарить вас. Поэтому, как я и говорил, будут новости новенькие. Первая новость по поводу бесплатного посредника для Украины. Это для тех, кто заказывает, будет очень приятная новость. Теперь по бесплатному посреднику доставка по Украине, если вы заказываете на сумму от 30 долларов, будет бесплатная. То есть те, кто кричали, что за что я тебе буду, почему я через тебя буду заказывать посылку, я могу и сам заказать, но если меня даже кинут, мне не нужно платить доставку по Украине. Короче, как вы понимаете, много недовольных. Поэтому для тех людей, кто заказывает, есть такие подписчики, которые регулярно заказывают. Ребят, теперь если вы заказываете на сумму 30 долларов, я еще и плачу за доставку по Украине. То есть вы вообще ничего не теряете, только платите цену китайскую и получаете посылку абсолютно бесплатно. Это первая новость, про нее еще потом подробнее расскажу, может, какие-нибудь еще нововведения будут по бесплатному посреднику, так как это дело развивается и мне хочется сделать его очень перспективным, чтобы вам нравилось и чтобы мне, собственно, я получал посылки, делал обзоры не только на товары, которые сам заказываю, но и на всякие мелочи, которые заказываете вы. Это первая новость приятная. И вторая новость, которую я готов сегодня уже огласить. Ой, так волнуюсь прям, знаете. Долгожданная поездка. Ребята, я лечу в Китай. Все, у меня только от этих слов я лечу в Китай. Да. Прошел ровно год, и я снова лечу в Китай. На 2 года. Шучу. Шучу, потому что у многих застучится очень сердце, многие переживают. Вот, на 2 недели я улетаю в Китай, 14 числа уже куплены билеты, лечу я не с Ангелиной. С кем я полечу, это секрет, вы увидите уже в роликах, которые будут. Поэтому по поводу вообще роликов, посылок и так далее. Все посылки будут ехать, на почте будут их собирать, я потом приеду и все заберу. По поводу роликов в эти 14 дней, 14 мая я улетаю, 28 мая я прилетаю. Я стараюсь как-то разнообразить ваши дни и чтобы в мое отсутствие выходили на канале ролики. Поэтому сейчас я очень хорошо тружусь, снимаю на то, что у меня есть. В принципе, оно будет запланировано и будет потихоньку выходить. По 2 ролика в день я вам не обещаю, но хочу постараться хотя бы 1 ролик в день, чтобы было.
Вот, но потом, когда прилечу из Китая, вы понимаете, что материала будет много. Я буду снимать в этот раз на экшн-камеру. Хочу постараться сделать большие такие ролики, много материала. То есть я буду снимать с утра до вечера. Но это так я планирую. А там как получится, вы сами понимаете, что бывает по-разному. Бывает настроение нет, бывает дождь идет. Вот, поэтому я думаю, будет прикольно. И помимо того, что я буду снимать про Китай, конечно же, я буду в новых интернет-магазинах, буду снимать что-нибудь про магазины, какие-нибудь новые товары вам покажу. Короче, это будет поездка круче, чем была. Потому что в прошлом году, когда я ездил в Китай, у меня было где-то 60-70 тысяч подписчиков. В этом году у меня 500 тысяч. Вы понимаете, что насколько серьезно, насколько я китайцам стал интересен, то, что меня, в принципе, зовут все магазины. Игорь, приезжай, заедь к нам, ай-яй-яй, ля-ля-ля, тополя. Вот, но магазины, как всегда, ничего не спонсируют, поэтому еще посмотрим, кому заедем и кому нет. Потому что 2 недели, в принципе, кажется много, но из 2 недель мы будем еще 2 дня в Гонконге, чтобы показать вам Гонконг и самому увидеть. Короче, будет очень крутая поездка, ребята, ждите роликов. На этом, наверное, все. Вроде все сказал. Могу говорить до бесконечности, потому что счастье и радости, и эмоции полные штаны. Вот, и как только я прилечу и смогу уже, то есть отойду от этого всего, надеюсь, все пройдет удачно, я сразу буду выпускать, конечно же, ролики, потому что в Китае я, в принципе, могу монтировать, но там интернет такой, что мне нужно будет с утра до вечера сидеть и эти ролики загружать. Поэтому я уже прилечу и потом отчитаюсь. Теперь вкратце, как же отследить, где я, что и так далее. Ребята, у меня есть Инстаграм. Ссылка на Инстаграм есть в описании, если вы хотите видеть, быть в курсе, где я в Китае, с кем я все-таки полетел, потому что в роликах только это будет понятно, да? Вот, кто, короче, хочет следить за новостями, в каких я магазинах был, с кем я встречался, потому что намечено несколько интересных встреч. Ну, короче, как-то так, вот подписывайтесь на Инстаграм, там будут фотки, я думаю, каждый день я буду что-нибудь щелкать. И вечером потом отгружаться, потому что с интернетом, как понимаете, есть проблемки. И в iPhone 2 сим-карточки не вставишь. Вот такие вот дела. Все, ребят, огромное вам спасибо, что вы со мной. Мы продолжаем, мы развиваемся. Мы увеличиваем количество посылок. Мы с качеством работаем, со звуком надо что-то решить. Нужно... Есть проблемки еще, я знаю, не нужно тыкать меня постоянно, потому что и с монтажом есть, там мне пишут. Я все знаю, я все понимаю, но у меня просто не хватает времени. Я хочу вам побольше дать материала. Вот как он есть, я вам даю. Если я буду чуть-чуть больше монтировать и выбирать, тогда будет меньше роликов. Но вы же хотите каждый день видеть, поэтому я вас понимаю и подстраиваюсь под вас. Все, ребята, всем спасибо, 500 тысяч, молодцы. Прям дальше. Вижу цель 1 миллион подписчиков, не вижу препятствий. А там еще и в июне всякие встречи ютуберские. Короче, очень веселый начинается таких пару месяцев. Поэтому будьте со мной, я вам все покажу, расскажу. И я думаю, будет очень круто. Все, всем спасибо. Каждому жму руку. Тебе тоже жму руку. Вот, поэтому пока-пока.